Ладно. Я живу, Сергей пишет, в Коперском крае. Это 200 километров севернее. У нас погода такая же, как у вас. Ого. Морозы 20-25 на Крещенске, 40-45. У нас вообще, я звонил, разговаривал сегодня с Черногорком. Черногорск это там буквально километры от Абакана. Вот. Какая самая, ну там человек собрался за щенками приехать завтра. Вот. Я говорю, какая у вас была температура самой низкой зимой? Этой зимой. 32-33. Ну, тут теплынь. Примерно такая же погода всю зиму стояла в Красноярске. Ну, длинные морозы, но без крайности. Вот, то есть, что творится-то? Нам надо выращивать сейчас, пользуясь случаем. Зацепиться могут за Том, за Ом, за Красноярск. Что-нибудь делается в этом году в Красноярске, по-моему, ни одно дерево не замерзнет, не подмерзнет. Вот. Так же, как Черногорский, он севернее, это на 400 километров. И все равно не замерзнет. Пользоваться случаем, а у меня черенки выброшу сотни. Я пока в прошлом году Тимошка костер их кидал, помните? Так, я был впечатлен вашим садом, когда начал просматривать ваши фильмы, вебинары. Я просто загорелся посадить у себя небольшой сад. Дальше. Хотел с вами проконсультироваться. Это уникальный заказ, поэтому я вынужден сказать. Ну, не называя там, не переходя на личность. Так. А, нет, это другой человек. Посылку я получил, пришла за 4 дня. Ребята, мы с вами платим от 400 до 700 рублей, но не пугайтесь, доплачиваю я. Почему? Потому что 4 дня это стало чуть ли не нормой. Косточки переложили. А весна сейчас проснулся, может, и черенок, и выбросьте его, и косточки могут в дороге проснуться. Зачем нам неделю-две, когда можно за 4 дня? Косточки переложили в контейнеры, просушки не было. Семена яблонь, груши, они в сухом виде. С походу. Я не помню, давно ли пришло это письмо. Оно могло здесь несколько вебинаров ждать свой час. Значит, если груши до сих пор сейчас сегодня еще сухой виде, давно, они уже чуть-чуть даже опоздали. Семена само то, и больше месяца не надо. Так, напоминаю, сегодня 21 марта. Стратифицировать перед посадкой надо, или можно сразу посадить на грядку? Немедленно стратифицировать. Держать в холодильнике, пока земля не оттает на стеклопаты. Вот тогда и высадите, а там еще будет холодно, даже на стеклопаты, по ночам будет и минус, и ноль. То есть старификация закончится уже на грядке. Вот, тянуть нельзя, сухие лучше не надо, могут не взойти. А что интересно, они не гибнут. Нет. Они еще год лежат, а потом сходят. То есть не достратифицировали, обидятся и будут ждать, пока достатифицируют, а это еще год. По черенкам. Плевать, когда сокодвижение. А попозже, в конце мая, это возможно, уже поздно. Ну, значит, вы, наверное, уже знаете, сами сказали. Плевать, когда сокодвижение. В начале сокодвижения, друзья. А в конце мая возможно, и у вас будет что? Во-первых, короче, лето. Шансов вызревания будет меньше. Почему? Минимум вы точно теряете месяц. Где бы вы ни жили месяц, а где-то можете два. А впереди осень, июнь, июль, август, не вызревает. Все-таки любое культурное дерево – это южанин, который притворяется северянином, вот, чтобы вы его посадили. А в конце мая он все-таки приживется. Но хуже. Количество прижившихся меньше. Качество полусырые подходит осень, морозы. Ну, вы поняли. Итак, когда сокодвижение и как можно раньше, с самого начала сокодвижения.